друзья, всем доброе утро. Так получилось, что мы с Александром Геннадьевичем Асадовым приехали на конференцию и сейчас находимся на море. Встав пораньше, я молился и хочу поделиться с вами своими размышлениями. Вы знаете, Луки, 8 глава. Иисус дает интересную притчу о сеятеле. Он сравнивает себя с сеятелем, что сеется слово, Господь говорит в наши сердца, но сердца разных людей подобные разным типам почв. И одно сердце похоже на ту почву, где много камней, много твердынь своих. И там не приживается Слово Божие. В другом много терния, много обид, много боли, злобы. И Слово тоже не приживается. А третье – плодородная почва. Это такая почва, такое сердце, где Слово Божие приживается и дает плод в 30, 60 и 100 крат. И он говорит, Луки 8:15, что кто слышит Слово и хранит его в добром и чистом сердце. Вот я понимаю, что если сердце доброе и чистое, то слышанное Божье Слово даст плод человека в жизни. Я подумал, интересно, а как проверить, сердце у меня доброе, чистое или нет? Какое вообще у меня, какой тип сердца? И я увидел одну интересную вещь, что если Слово Божье приживается и дает плод, значит, оно доброе и чистое. И я хотел бы задать такой вопрос каждому из вас, кто слушает меня. Сколько раз мы слышим с вами Слово Божие, и оно дает плод, результат? Способны ли мы услышать его и принять решение, довести это решение до какого-то финала, до результата? Или, слыша Слово Божье, мы запускаем его в одно ухо, а из другого тут же выпускаем. Получается, что если мы не плодоносные люди, если услышанное нами Слово Божье забывается тут же, значит, что-то не в порядке с сердцем, оно не совсем доброе и чистое. Надо как-то подготовить его, надо приложить волю, чтобы услышать Слово Божье и исполнить его. Хочу благословить ваш день, пусть день будет хорошим, и пусть, если мы услышим Божье Слово, услышим откровение, если что-то Бог проговорит к нам на воскресном служении, может быть, через книгу какую-то, или когда в ранние часы мы читаем Библию, если услышим, давайте сделаем то, что Бог скажет нам. Это будет означать, что у нас третий тип почвы – добрый. Сердце наше доброе и чистое. Все, Божьих вам благословений, хорошего дня.